поаплодируем вам. Я даже, честно говоря, мне трудно представить, какой совокупная стоимость вот этого дня, если разделить доход вашей компании в месяц на стоимость вашего часа, совокупный здесь присутствующих, и сложить сейчас здесь, то мне кажется, это будет достаточно существенный уровень, я не знаю, существенная цифра. И уважение к ней и к вашему времени — это первое, что мы хотим сделать, и поэтому мы вас благодарим. А я бы хотел еще одну секунду. Видите этого скромного молодого человека, его зовут Михаил. Мы с ним проехали очень много-много городов, и он представляет компанию, генеральный директор компании «Optimum Press». Все, что здесь происходит, организовано его руками. Давайте его поблагодарим. Я надеюсь, что вы посмотрели повестку, которая сегодня вас ожидает. И вы прочли фамилии замечательных спикеров, которые будут. И среди них была и моя фамилия. Меня зовут Роман Дусенко. Я буду первым. Я буду стараться помогать вам в организации сегодняшнего пространства так, чтобы вы получили максимальное удовлетворение от того времени, которое вы проведете здесь друг с другом. Почему это важно? Не только мы, спикеры. Мы, кстати, приезжаем в каждый город и работаем абсолютно бесплатно. Мы не получаем деньги от компании Optimum Press, потому что мы, каждый из нас старается привнести что-то полезное в нашу страну. Ну, например, для меня это очень важно. Я очень переживаю за вопросы менеджмента и вопросы управления людьми. Именно поэтому я приезжаю и делюсь своими мыслями. Это не какие-то прочитанные книги, это конкретные идеи, воплощенные в мой опыт, моя история. Я сегодня буду об этом рассказывать. И так каждый из наших спикеров. Мы все имеем большой практический опыт, а не только одну единственную тренинговую компанию, в которой я когда-то работал или был когда-то руководителем отдела продаж. Что бы мне хотелось сказать? Смотрите, рядом с вами сидят уникальные, прекрасные, интересные люди. Найдите время повернуться направо и налево, поздороваться друг с другом. Ведь на самом деле сегодня здесь элита, я по-честному считаю абсолютно правильно, элита, управленческая элита Уральского региона или Екатеринбурга. У меня здесь сын мой присутствует, он напросился со мной, у него каникулы. И мы вчера, вот он здесь, кстати, сидит. Мы вчера прошли по очень важным местам. Нас невероятно впечатлил Ельцин-центр, конечно. Неоднозначное впечатление, но, безусловно, невероятно классный музей. Ну, то есть в Европе, в Америке не все таких музеев часто. Во-вторых, все равно подача информации, она несколько неоднозначна, но мы с вами все свидетели были всех этих событий. Прекрасный город, красивый, чистый. После Саратова, в котором мы были неделю назад, есть большая разница. Вот, потом прекрасный театр, мы вчера посетили театр русской медии, смотрели мюзикл «Декабристы», тоже очень невероятно интересная остановка. Одну секунду, мне тут подскажут, что у нас сегодня здесь присутствуют наши партнеры, благодаря которым тоже все состоялось. Это официальные партнеры компании «Avis Cloud», компания «Philip Morris Icos», а также компания «Автобан Север», дилер Volkswagen, коммерческий автомобиль в Екатеринбурге. Давайте поприветствуем их тоже. Большое спасибо. Мне повезло работать с журналом «Генеральный директор». Уже второй год мы организуем подобного уровня мероприятия, высочайшего уровня мероприятия, потому что вы – это те люди, которые управляют огромными бизнесами в совокупности. Неважно, сколько конкретно ваш бизнес, но в совокупности это серьезные региональные бизнес-элиты. Поэтому от вашего удовольствия, от вашего возможности общаться друг с другом зависят очень многие вопросы, которые вы решать будете в своем крае, в своем городе. Кстати, опять же, в Саратове мы когда сказали, что очень трудно было там проехать, потому что дороги плохие, я говорю, надо выстраивать диалог с местной властью, на что в зале был смех. Но на самом деле, как бы, а кто кроме него? Кто кроме вас? Ведь мы живем в том обществе, когда нам приходится все это решать. Итак, генеральный директор. Это персональный журнал руководителя, который помогает, я уверен, что вы его читаете. И каждая статья, это помните, как я вижу, что здесь есть люди моего возраста. Когда-то были, мы отправляли файлы ZIP-архивами, RAR-архивами. Помните еще то время, когда были дискеты 1,44 дюйма, а сейчас у вас флешка в 10 терабайт или там в терабайт точно. Именно сейчас, читая статью генерального директора, она распаковывается у вас в вашем сознании, и тогда вы начинаете уже думать,
Наша цель сегодня, я, кстати, тоже сегодня утром спрашивал сына, какой галстук, красный или синий? Он вспомнил, что красный, когда ты хочешь что-то продать. Нет, я хочу сегодня с вами поделиться своими идеями в области менеджмента, что является для меня самым главным смыслом моей жизни сегодня. Поэтому давайте начнем. Итак, 25 лет назад, я расскажу краткую историю, почему мне так хотелось все время побывать в Екатеринбурге, это мой первый раз в жизни. 35 лет назад к причалу города Комсомольска на Амуре пришвартовался большой пароход прогулочный. Из этого парохода вышла женщина, которая нашла школу номер один, в которой она когда-то училась. Сейчас. Да, школа номер один. А я как раз учился в этой школе, наверное, в 4-м или 5-м классе и был директором музея. Это было лето. Так получилось, что я отрабатывал практику в школе. И она зашла в зал. В школу, на вход, и мне рассказал, что когда-то учился в этой школе, сейчас живет в Свердловске. И 5 дней, когда стоял этот пароход, мы с ней подружились, ей, наверное, было тогда лет 40. Она приходила к нам домой, рассказывала о вашем городе, мы даже переписывались какое-то время. Так появилось мое первое знакомство с вашим городом. Второе знакомство с вашим городом произошло в 8 классе или в 9, когда к нам приезжали из высших учебных заведений маленькое представительство ходило по школам и рассказывало, а вы знаете, в нашем городе есть такая очень популярная группа нашего масштаба городского, Наутилиус Помпилиус. Это были вот такие года. Ну и, конечно, когда я был молодой, у меня когда-то было одно романтическое приключение в институте, тоже связанное с представительницей прекрасного пола вашего города. Поэтому вот таким образом мне всегда хотелось побывать у вас. И поэтому я сегодня здесь, и мы сегодня с вами попробуем. Так. Ну ладно, главное, чтобы переключалось. Миша, не переключается слайды. А, вот, все. И мы сегодня с вами поговорим уже о более серьезных вещах. Я уверен, что я вас немножко настроил. Даже то, что сейчас я рассказывал вам истории, я старался повлиять на вас. Я старался повлиять на вас для того, чтобы вызвать у вас некие позитивные ассоциации ко мне. Я не знаю, это не была моя цель. Была цель моя следующая. Показать вам, что мы, как руководители, мы сейчас уже переходим вплотную к теме моего выступления, занимаемся влиянием. Первое, что мы делаем, мы влияем на наших подчиненных, на наших сотрудников. Именно этому будет посвящен примерно час времени сегодня моей дискуссии с вами. Я хочу, чтобы вы активно отвечали мне взаимностью, я буду вас спрашивать, вы говорите мне. Еще у меня огромная просьба, пожалуйста, подходите к нашим спикерам, ко мне, спрашивайте в перерывах, общайтесь. Мы приехали специально, чтобы поделиться с вами нашими идеями, чтобы ответить вам на ваши вопросы. Итак, модель влияния. У каждого из нас, как у руководителя, стоит задача, как получить те самые необходимые модели поведения наших сотрудников, для того, чтобы мы смогли достичь результаты нашей компании. У каждого из вас есть планы продаж, планы по прибыли, не знаю, какие планы по росту, планы по захвату территорий. Но любые планы выполняются не нами и не вами. Они выполняются нашими сотрудниками. И в этом самая большая проблема. Проблема связана с следующим, что человек – это основа компании. Может быть, это слишком банально, но именно вокруг человека, о моделях его поведения, о воспитании написано очень-очень много книг. Я первая моя профессия, первое мое образование – педагог. Так вот, о педагогике российской, тонны библиотек есть информации. Все для того, чтобы научиться воспитывать людей, научиться обучать людей. И в этом, после того, как мы вышли из школы, института, огромная пауза. И начинается тишина. Почему? Потому что никто не говорит о том, а как дальше нам с вами, как руководителями, общаться с людьми для того, чтобы получать нам необходимые модели поведения. Но есть единственная общая вещь, которая позволяет нам с вами говорить о нечто общем. Это наши с вами модели поведения. Модель поведения, о чем я имею в виду, о чем идет речь? Вы сейчас сидите и слушаете. Это ваша модель поведения. Вы размышляете, это ваша модель поведения. Вы вернетесь в офис и начнете исполнять свои профессиональные обязанности. Вы будете директором, руководителем, собственником. Это ваша модель поведения. Вот мы сегодня поговорим, я приготовил для вас 4 части, посмотрим, сколько успеем поговорить. Первое – это формирование желаемой модели поведения наших сотрудников, как нам, собственно говоря, добиться того, чтобы они делали то, что мы с вами хотим. Второе – почему, собственно говоря, сотрудники ведут себя именно так, как они ведут? Третье.
каким процессом можно изменить модель поведения сотрудников, и четвертое, как это сделать, практические инструменты того, как это сделать. На каком основании? Два слова буквально скажу о себе. Меня зовут Роман Дусенко. Я последние, наверное, там 4 года занимаюсь своим проектом, который называется «Только вперед». Это проект, связанный с консалтингом, с коучингом. Я работаю с компаниями, практически ежедневно решаю бизнес-вопросы разных компаний, разного уровня. Это онлайн по всей стране фактически и в живых встречах. Я также занимаюсь персональным коучингом руководителей, где мы индивидуально вместе с вами решаем вопросы, связанные с вашим конкретным бизнесом. Поэтому у меня к вам такая некая установка. Представьте, что вы сейчас находитесь на нашем с вами индивидуальном занятии. Поэтому я стараюсь сейчас это сказать каждому из вас, для того, чтобы каждому из вас было понятно и интересно, что вы конкретно можете сделать в своей компании, для того, чтобы получить тот самый желаемый уровень управления вашими сотрудниками, о котором вы хотите. Итак, кто помнит, что это такое? Прекрасно. Персональный компьютер. Когда вы покупали такой персональный компьютер, было ли там предустановленное программное обеспечение? Нет. Мы устанавливали Windows 95 или Windows 98, мы скачивали пиратский офис, мы устанавливали разные-разные программы. Но в чем была прелесть? Ты мог его сконфигурировать так, как ты хочешь. У самых продвинутых была очень прокачанная видеокарта, может быть, какой-то долгий звук или еще что-то. Но время идет, и сегодня мы получаем конкретные гаджеты с предустановленными всеми программами. Мы, конечно, можем оттюнинговать их, поставив те программы, которые нам необходимы, но в целом мы получаем готовый продукт. Представьте, что прошло 100 лет. Вы открываете панель настроек на своем рабочем месте, к вам приходит новый сотрудник, вы выбираете профессию, загружаете необходимые настройки, должны инструкции, модели поведения, и мы получаем конфигурацию примерно следующего формата. Я не знаю, будет ли играть у нас сейчас видео, но я надеюсь. Так, секунда. Вот здесь было видео прекрасное, не знаю, почему оно с ней работает. Миш, может быть, как-то можно сделать, нет? Ну, в общем, получается следующим образом. Если бы у нас была возможность ко всем пришедшим к нам людям загрузить нужную нам конфигурацию, мы бы получали тех сотрудников, которые бы работали, и не было бы столько проблем. Соответственно, моя цель была показать вам возможность. Представьте, видео нет, но я буду в виде видео. Приходит человек, мы включаем панель настроек, говорим, сегодня ты менеджер отдела продаж. Загрузили, он сказал, супер, все, пошел работать, никаких проблем. Следующий заходит, ты руководитель, не знаю, там, операционного управления, садится, работает. Следующий, ты бухгалтер. Загрузили, получается. Но не, так на самом деле не происходит. Почему? Потому что мы с вами видим на книжных магазинах, на полках книжных магазинов огромное количество бизнес-книг. Назовите мне, пожалуйста, самые популярные темы книг. Бизнес. Давайте мы с вами договорились, что мы в дискуссии будем. Продажи. Продажи. Еще. Слушайте. Мотивация людей. Еще. Спасибо. Личностный рост. Какой? Личностный рост. Прекрасно. Еще поговорим об этом сегодня. Что? Тайм-менеджмент. Еще какие? По поводу менеджмента. По поводу управления. Какие мы видим книги? Работа с конфликтами, переговоры и так далее, и так далее, и так далее. Что получается, по большому счету, помимо этих книг, нам еще предлагают очень много всяких моделей упрощения. Модели по Белбину, модели диск, модели еще какие-то разные. Но это все упрощалки. Это на самом деле карты не есть наша реальность. И все же, что тогда происходит? Таким образом, получается, есть мы, и есть они. То есть мы, имеется в виду мы сотрудники, мы руководители, и есть они, наши подчиненные. И наша цель — научиться на них влиять. Все это подходит, я подвожу вас к тому, что наша с вами главная задача, с которой мы сталкиваемся ежедневно, как нам сделать так, чтобы сотрудники, которые работают в нашей компании, делали то, что мы им говорим. Как это сделать? Ну, у большинства успешных людей есть некий сложившийся чудесный стереотип, который с использованием пряника, кнута позволяет ему достигать каких-то результатов. В каком-то относительно краткосрочном периоде. Потому что так или иначе снова приходит человек, который не работает, приходит руководитель, который не выполняет, приходят сотрудники, которыми приходится расставаться. Что делать? Волшебных палочек не существует, но есть инструменты решения. Вот об этом мы сегодня с вами как раз и говорим. Поведение сотрудников. Что же это вообще такое? И с чем его едят? Как вы думаете, что влияет на поведение сотрудников? Кто из вас был хоть раз на тренинге личностного роста?
Прекрасно, отлично. Подойду к вам туда, чтобы вам теперь немножко как бы вас вовлечь в процесс нашей дискуссии. Итак, тренинг личностного роста. Ну, что, о чем идет речь больше всего? Работа с собой. Давайте, вот вы видите фильм, кадр из фильма, который на экране? Этот фильм с Джимом Керри «Говорит да». Что, о чем был этот фильм, кто помнит? Давайте, расскажите нам. Да, конечно, вас слышат. Смотрите, цель любого тренинга личностного роста – заставить вас подумать о том, не менять себя, не менять свои модели поведения, а попробовать изменить образ мышления. Как раз изменение образа мышления может помочь вам получить новые результаты. Начнем думать по-другому, начнем получать новые результаты. Слышали же об этом хоть раз кто-то? Да. Да, конечно. Но как мы к этому относимся? Да ладно, не бывает такого, да? Давайте подождем минуточку и посмотрим на самом деле, что может происходить. Итак. А можно вопрос? Да. Пока мы не забыли семантическое болото, можно чуть почетче поставить между принуждением к исполнению приказаний? Нет, вообще никакого принуждения. Вот. Либо это все-таки сотрудничество, оно подразумевает не команды, не совместную деятельность, а именно сотрудничество равных. Конечно, конечно. Спасибо вам большое за уточнение. Никакого принуждения. Я не ставлю, вообще, я противник любых моделей насилия. Мы с вами пытаемся разобраться сейчас, что происходит в головах у сотрудников. И что происходит в головах у нас. А потом попробуем понять, как с этим жить и каким образом нам с вами через влияние позитивное выстраивать такие отношения, в которых сотруднику комфортно и он хочет делать то, что хотим мы. Но все-таки это влияние сверху вниз или оно горизонтальное? А вот вы сейчас все об этом узнаете. Да. Так. Итак, цель любого тренинга личностного роста – измени свое сознание, и ты получишь новую модель поведения. Когда я об этом говорю, у большинства людей в зале возникает такое, знаете, ухмылка, связанная с тем, что на чем ты вообще мне говоришь. Что ты тут мне можешь рассказать в этом смысле? Я знаю прекрасно, что думают мои сотрудники, я знаю прекрасно, как ими управлять. Я говорю, отлично, прекрасно, давайте посмотрим. Итак, брак. Кто недавно вступил в брак? Есть такие? Или кто начал недавно серьезные отношения? Плохое слово. Ну уж простите, не я его придумал. Сам там живу 12 лет. Итак, скажите, пожалуйста, можно вас встать на секунду? Как вас зовут? Настя, во-первых, мы вас поздравляем. У вас позитивный брак, в смысле, сложился или распался? Сложился. Потому что во многих не говорят, о, я, что, я стал свободным. Скажите, пожалуйста, вот до брака и сейчас в браке у вас ввиду изменения образа мышления, вашей модели поведения по отношению к внешнему миру, по отношению к другим мужчинам поменялись? Спасибо. Удивительный был бы вопрос, если бы нет, да? Когда женщина становится матерью, или она становится беременной, у нее меняется образ мышления женщины. Можете просто кивнуть. Да, я два раза это проходил, знаю. Меняется образ мышления, меняется модель поведения. Давайте повеселее, что ли? Армия. Когда мы приходим в армию, я, к сожалению, не служил полную службу, но я был в институте, я получил звание лейтенанта. У нас меняется модель мышления, меняется модель поведения. Давайте поближе еще что-нибудь. Когда мы запустили человека в космос, мы когда-то думали, что вообще об этом думать нельзя. Но вот человек летает в космос, и сейчас уже падают космические станции, для нас это обычное дело. Американцы сказали, кстати, вы запустили человека в космос, мы запустим человека на Луну и вернем его обратно. И вот таким образом они меняют модели поведения. Давайте подумаем о религии. Меняет ли религия модели поведения? Да. Недавно закончился пост. Мы все с вами старались как-то придерживаться, праздновали Пасху, кричали «Христос воскресе!» Кстати, все, кто христиане, поздравляю вас. И так далее. Следующее. Здоровый образ жизни. В прошлом, на несколько городов назад, когда мы выступали, один из наших спикеров, мы с ним вечером решили пойти поужинать. Я говорю, ну давай как-то там, ну, пойдем по маленькому. Нет, здоровый образ жизни. Модели поведения меняются. Казалось бы, как это связано, как эти убеждения связаны с тем, о чем мы с вами говорим? Напрямую. Потому что у нас на 180 градусов мы сейчас развернемся к корпоративной культуре. Итак, первое. Я бы хотел, чтобы вы отметили, потому что вы задали вопрос. Модель поведения сотрудника. Что происходит в его голове, таким образом он себя и ведет. Мы к этому еще подойдем. Следующее. Самый главный момент. Если бы мы работали с вами один на один с сотрудником, было бы прекрасно. Но мы сталкиваемся с феноменом.
феномен корпоративной культуры. Если бы вообще по-другому назвать мою лекцию, или даже это не лекция, скорее всего, это я так бы... Если бы назвать по-другому наш диалог с вами, что по большому счету можно было сказать, как управлять людьми, меняя корпоративную культуру. И вообще сегодня можно говорить о следующем, что управлять людьми возможно только через корпоративную культуру. Другого способа фактически нет. Еще раз вернусь к вашему комментарию. Если мы представим в разрезе океан, наверху светлое море, внизу темное, внизу это люди, которые продолжают вести себя, принуждая, понуждая сотрудников. Ведь что мы делаем зачастую? Мы тебя привели на работу, пожалуйста, исполняй скрипт. Не исполняешь, будешь уволен. На чем основано управление? На страхе. Вот только тогда, когда страх в отношении между работодателем и сотрудником идет на сотрудничество, тогда мы можем говорить о том, что у нас поменялась модель поведения. Но сейчас, в целом, в основном идет управление, основанное на страхе. Мало того, корпоративная культура, как я уже с вами сказал, это основа, фундамент, вообще феномен и фундамент того, с чем нам с вами приходится сталкиваться. Приведу пример. Совсем недавно мне звонит одна девушка, у которой компания. У нее федеральная сеть учебных детских центров. Она недавно приняла на работу главного бухгалтера. Причем я присутствовал на этом собеседнике, слушай, ну это не наш человек, не рекомендую тебе играть. Но она ее взяла. Через месяц работы девушка главный бухгалтер оставила записку в сейфе, спасибо за зарплату, сформировала еще коалицию себе, и в течение там еще начальника отдела продаж, еще какой-то сотрудник ушли, обсуждая и недовольные быть тем, какая у нас есть директор. Вот это называется корпоративная культура, это называется то, с чем мы с вами живем. Потому что существует коллективное сознание. Даже сейчас у вас здесь есть коллективное сознание. Вот у вас здесь сейчас 200 человек, и есть некое сознание, которое сейчас уже есть. И мне приходится работать не с каждым из вас, а с этим коллективным сознанием. Я стараюсь вас еще больше завести в глубину. Почему? Суть моего выступления перед вами, чтобы вы задумались о том, что менеджмент – это не просто татуировки. Это не просто делегирование. Это не просто преодоление конфликтов. Чтобы еще было понятнее, кто-нибудь, я уверен, что когда-то в своей жизни делали ремонт дома. И вот если ты не на обработанную стену начнешь накладывать штукатурку, и через какое-то время количество штукатурки будет такое большое, что она в результате отпадет. Все, что происходит с нами сейчас в области нашей популярной культуры, в области выступлений, в области менеджмента, давайте делать это, давайте мотивировать, давайте делегировать, давайте управлять. Мы, получается, наносим больше и больше штукатурки. Моя цель, чтобы вы, выйдя отсюда, задумались о том, что на самом деле управление сотрудниками – это разобраться в моделях его поведения. Что на самом деле движет сотрудниками, их поведением. Так как у вас вот сидит мой сын, и у вас, я уверен, что есть дети, когда вы заходите в комнату, дети балуются. Что вы пытаетесь с ними сделать? Повлиять на их поведение. Каким образом? Разным, да? Иногда доходит до каких-нибудь поглаживаний разных мест. Как только дети очнулись, они стали вести себя немного по-другому, но стоит вам выйти за дверь, что происходит? То же самое. Все то же самое происходит с нашими сотрудниками. Еще раз объясню, почему. Потому что мы влияем на поведение, а поведение – это результат образа мышления. Движемся дальше. Есть модели поведения, которые говорят о том, что как в компании принято, как в компании не принято. Пример с этим главным бухгалтером будет примерно тот же самый. Вспоминаю еще один интересный случай. У человека была компания магазинов розничных по продаже кормов для животных, вообще ухаживания за животными. Он говорит, специально хотел устроить среди продавцов такого тайного покупателя. На первый же день объяснили, как можно воровать. На первый же день объяснили, как это делается. Потому что... Это, ну, мы смеемся, к сожалению, так оно и есть, да, все верно, но это наш с вами бизнес. Придумал простой, но очень показательный случай. Американские психологи, кстати, сегодня нейропсихология меняет полностью менеджмент, рассказывая нам и объясняя, что вообще происходит в головах сотрудников. Клетка, 4 обезьяны, бананы, лестница. Как вы думаете, что хотят сделать обезьяны? Достать бананы. В это время испытуемые поливают ее холодной водой из шланга. Делают ровно столько попыток, чтобы отбить у обезьяны всякое желание залезть на лестницу и взять банан. Заменили эту обезьяну на следующий день, поставили другую. Первая ее реакция какова?
Залезть. Залезть бананы. Что делают остальные? Объясняют, что так делать нельзя. Через какое-то время заменили всех обезьян. Как вы думаете, бананы остались висеть? Да. Это значит, что в нашей компании так не принято. Что не принято делать в вашей компании? Что мешает вашим сотрудникам быть эффективными? Давайте подумаем. Первое, с чего мы начинаем, когда прихожу я в любую компанию для того, чтобы разобраться с тем, что происходит, мы собираем руководителей и пытаемся объяснить, а что в нашей компании сегодня требует улучшения. Мы выясняем, проводим стратегическую сессию, это первый этап формирования изменения компании. Пытаемся выяснить, что происходит в компании. Мы делаем SWOT-анализ и задаем вопросы, а почему? И вот здесь начинается самое интересное, когда руководители рассказывают нам причины, по которым сегодня в компании что-то не работает. Если кому-то будет интересно, пожалуйста, напишите мне в социальных сетях, любые, ВКонтакте, в Фейсбуке, я потом дам свои email адрес, телефон прямой. Я вам пришлю, у меня есть огромная презентация всех штабов, которые мы делаем в каждой компании. Но вот я здесь привел самые-самые интересные. Тут так заведено, оно мне не надо, ты предложил, ты и делай, меня за это не уволят и не похвалят, и много-много других, это самые простые штампы. Мы делаем в основном штампы в разрезе финансы, процессы, клиенты и персонал. Так вот, этих штампов огромное количество. Вот задача первая ваша – задуматься, что в вашей компании мешает вам управлять правильно. Итак, с чем мы сталкиваемся? С сопротивлением сотрудников. Любое изменение, которое бы вы хотели провести в своей компании, встречает сопротивление. Ничего с этим поделать нельзя ровно до тех пор, пока сотрудники не поймут, зачем им это нужно. И мы вновь возвращаемся к образу мышления. Практический инструмент. Вам, как руководителям, для того, чтобы добиться хоть каких-то результатов с точки зрения отношений с своими сотрудниками, нужно сделать три простых шага. Первое – разобраться со своей корпоративной культурой. Какова она? Для этого подходят любые инструменты. Обратная связь, диалоги, стратегические сессии, встречи один на один, для того, чтобы понять, какова корпоративная культура, что в ней происходит, насколько шаблоны поведения способствуют тому, чтобы достигать поставленных целей. Второе. Вам, как собственнику, кстати, будьте добры, пожалуйста, если собственники, поднимите руку на секунду. Сколько у нас здесь? О, огромное количество. К вам обращаюсь, каждому из вас, вам, как собственнику, нужно четко сформулировать свои собственные цели, мы об этом чуть попозже поговорим, а какой вы хотите, чтобы была корпоративная культура. Я вам открою один простой, но, на мой взгляд, самый важный секрет. Только в ваших руках, собственника, есть инструмент, и только вам возможно изменить корпоративную культуру. Ни сотрудники, ни генеральный директор, который вы наймете, но я, кстати, думаю о том, что, скорее всего, вы являетесь генеральным директором, да? В большинстве случаев. Тогда буквально вам маленький подарок, не входящий в эту сессию. Я несколько месяцев назад выступал перед компанией ExxonMobil, крупнейшая в мире нефтедобывающая компания, и они собирали в Сочи представителей, примерно 70 было региональных дистрибьюторов. 25 лет компании. Когда-то уровень наценки был 25%, сейчас 6%. За эти годы, к сожалению, мотивация людей к занятию бизнесом снизилась. Уровень дохода, ну, они в свое время заработали все, что хотят, и поэтому им, собственно говоря, ничего делать не хочется. И Exxon столкнулся с проблемой. У них нет своей розницы, нет своего опыта, они все продают через дистрибьютора. И они попросили меня: Роман, сделай что-нибудь, чтобы они проснулись. Это ваши дети хотят заниматься вашим бизнесом? Ответ был нет. Я говорю, вы как собственники хотели бы когда-нибудь продать свой бизнес? Ответ был да. Я говорю, следующее, вы как собственники являетесь генеральными директорами? Говорит, да. Тогда я говорю, что будем продавать? Для того, чтобы что-то продать, нужно определить, что конкретно, в чем является ценность. Я не сказал про себя, но вот пролистнул, это первое. Я являлся участником самых крупных банковских слияний и поглощений. Я объединял Росбанк и группу банков ОВК. Это тот Росбанк, который вы видите, это мы его сделали своими руками. Я создавал банк OTP, который сейчас здесь есть. Потом у нас был свой собственный проект, это банк Кубаньбанк, который мы купили в 2008 году и продали польскому инвестору. Об этом писал Forbes в тот момент, когда Тинькофф покупал банк, мы и Каркунов. Так вот, для того, чтобы упаковать любой бизнес, нужно время. Я следующим вопросом задал. А что является инструментом ваших продаж? Excel. Я говорю, а как вы считаете, этот Excel кому-то нужен? В чем смысл бизнеса?
Так вот, если вы собственники, на секунду задумайтесь важными вопросами, если вам будет интересно, мы можем с вами потом отдельно в индивидуальном порядке на эту тему поговорить. А как нам сделать так, чтобы я мог выйти из бизнеса? Как сделать так, чтобы мой бизнес без меня работал, существовал эффективно? Это вопрос на засыпку. Итак, третье. Как только вы как собственник сформулировали, что конкретно вы хотите от своего бизнеса, наша следующая задача вас, именно вас, сформулировать о том, какая корпоративная культура должна быть. Дальше я вам предлагаю несколько инструментов, которые могут вам быть интересны. Это и SWOT-анализ, и обратная связь, и стратегические сессии. Но если этого не делать, если оставить все как есть и надеяться на то, что корпоративная культура сформируется сама собой, помните эту игру? Это из нашей молодости. Молодежь, сидящая на первом ряду, наверное, вряд ли когда-то играла в нее. Когда с разных сторон волку сыпят яйца, и он с корзины пытается их поймать. Когда вы приходите на работу, я даю вам 100% гарантии, что вы чувствуете себя примерно то же самое. Сегодня здесь, завтра там, послезавтра здесь, послезавтра здесь. Что делать, чтобы этого не было? Отвечаю вам на ваш вопрос, как сделать так, чтобы выстроить взаимное отношение с сотрудниками. Подходим к самому-самому интересному. Что же делать? Как спасти себя, свой бизнес? Как сделать так, чтобы в условиях падающего рынка? Мне, кстати, честно говоря, даже не смотрят, какие котировки сегодня валюты, потому что это вызывает некое уже раздражение. Все, все, вернулось обратно? 30? Что даже может нас развеселить? Кстати, еще один момент. Ведь все-таки вы здесь пришли для того, чтобы потратить, ну, вы инвестировали сюда свое время, и мы сюда прилетели. Все, что мы говорим с вами, это очень важно и серьезно. Не забывайте, что жизнь, она тоже существует. Получайте удовольствие от вашей жизни, от нашего общения, от общения с вами, от нахождения здесь сегодня. Итак, давайте дальше. Наша с вами задача теперь получить нужные нам модели поведения. Как это сделать? У кого рация? Полицейские. Вы дирижер, только вы. Вам это возможно. Больше ни у кого. Я буду кое-какие моменты проскакивать, потому что время, к сожалению, очень быстро уходит. Мне хочется столько много с вами сказать. Как будем менять процесс сотрудников? Первое, с чего мы начнем, это, мои дорогие, это вы. И если сейчас вы задумаетесь, а как, при чем здесь, собственно говоря, я вам скажу, именно с вас начинается корпоративная культура. Никто не слушает, что вы говорите, все смотрят, как вы себя ведете. Приведу вам один пример. Однажды я присутствовал в крупной компании, это был банк, кстати, закончили недавно проект вот такой же в банке ВТБ-24 в прошлом году. Целый год мы занимались изменением модели поведения. Так вот, это был другой банк, я пришел на первую встречу с заказчиком, приходят топ-менеджеры, его руководители, и ему говорят о проблемах. Я вижу, человек сидит, ему уже просто как бы он закипает, щеки начинают краснеть, скулы начинают жевать. И потом он берет кулаком со всей стороны сил, как шарахнет по столу. И чтобы я больше об этих проблемах не слышал. Как вы думаете, что произошло? Он больше них не услышал. Но проблемы никуда не делись. Дело в том, что потом его уволили. Это, к сожалению, незавидная черта топ-менеджеров, которые работают по найму, но с этим можно как-то бороться, это тоже отдельная тема. Итак, как же нам с вами поменять образ мышления сотрудников? В прошлом году мы с Егором, он у меня, кстати, маленький видеоблогер, путешествовали по Греции. И мы не доехали, правда, до Дельф, где был Дельфийский оракул. Но там сохранилась очень важная фреска, которая, на мой взгляд, сегодня является определяющим. Вообще, все начинается с вас. А звучит она так. Познай самого себя. Уже апрель месяц, казалось бы, до Нового года осталось всего 8 месяцев. Я знаю, что у каждого из вас есть четко прописанный план, что он конкретно должен сделать за этот год. Так? Да. Ну что же, скажите «да». Это будет вашей мотивацией к тому, чтобы сегодня прийти и сделать этот план. Начнем с самого простого. Я вам хочу дать несколько домашних заданий, чтобы вы потрудились над собой. Напишите сегодня, придя домой, вот после того, что вы наслушали здесь всего от нас, у вас будет такое странное в голове состояние, но все же, список моих сумасшедших целей, что бы я хотел сделать в своей жизни. Это важно, интересно. Вот я ставлю всегда задачу 100. Как вы думаете, сколько людей, сколько список, сколько целей пишут люди? Примерно, в среднем. 101. 30 это хорошо. 5%. Нет, ну 5 это слишком мало. Я вам расскажу маленький случай. Пусть Миша меня простит, мы сегодня как бы чуть попозже заняли.
Когда я учился в Сколково на Executive MBA, мне повезло, я ходил юнгой на парке Крузенштерн. И у нас был замечательный капитан. Вот он однажды рассказал очень интересную историю. У него жена психолог, и они пошли в магазин. Она говорит: слушай, я получила премию, сделай так, вот купи себе все, что хочешь, вот порадуй себя. Ну, конечно, я пошел в отдел, там думаю, так, возьму большую бутылочку, нет, возьму поменьше. Возьму баночку и корочку большую, нет, возьму поменьше. В общем, она набрала продуктов домой, он взял себе, они выложили две кучки, а кучка-то для себя маленькая. Она говорит: слушай, вот ты мог полюбить себя на 100%, а полюбил себя на 5%. Насколько мы себя любим, каждый, в нашей жизни. Так вот, ваше домашнее задание, 100 целей, что бы вы хотели сделать. Следующее. Опять же, цели очень важны, но еще очень важны приоритеты, ценности. Очень холодно. Закрыть? Да, холодно. Смотрю, вы прям все сжались, послушайте нарядно, дайте пиджак. Следующий важный момент. Вот так как я вижу, что у вас есть ручки и листочки, давайте еще 10 секунд лично для вас. Определяющими моделями поведения, критериями, вообще самыми главными инструкторами, самыми главными нашими правилами являются наши внутренние ценности. У меня будет слайд. Ценности определяют наши убеждения. Наши убеждения определяют образ мышления. Образ мышления формирует поведение. Простая схема. Я хочу, чтобы вы сейчас на секунду задумались и записали как минимум 5 своих самых главных жизненных ценностей. Я вам дам на это 10 секунд, мне это не жалко, но я очень хочу, чтобы вы задумались об этом. Что для вас в жизни является самым главным? Я бы, конечно, мог спросить, что такое ценности? Но вы все прекрасно знаете, да? Что такое ценности? Что ценное для вас? Что такое ценности, коллеги? Что такое ценность моя человеческая? Это какие? А что такое? То, что имеет ценность. То, что имеет ценность. Что для вас ценность в вашей жизни? Ну, это, например, какие-то ориентиры важные, да? Самые главные. Это что такое ценность? Какая? А что такое ценность? Это критерии. Правильно? Вот вы сейчас сюда приехали, ведь для вас это было важно по какому-то образу, да. Значит, что-то было созвучно с вашим внутренним состоянием. Так вот, это, да, все верно. Какие? А что такое ценность? Это инструмент. Это наш инструмент принятия решений. И мы сейчас подходим плавно к тому, как же создать атмосферу в компании, в которой сотрудники будут работать так, как мы хотим. Итак, 10 секунд на то, чтобы вы записали самые главные, свои, личные, каждого из вас, ваши ценности. Вас как зовут? Меня зовут Доросвет Лучеларович Тибонерович, последующий этап. Занимаюсь возвратом потерянного времени, частным лицом организации. Меня фактически совершенно мысль, что в основе всей корпоративной культуры у нас лежит страх. Абсолютно верно. Это насилие. Точно. Вот, у меня первый вопрос. Не является ли главным транслятором, источником этого всего руководитель организации? Абсолютно верно. И второе. Есть ли примеры позитивные? Дайте нам свет в конце туннеля. Нету света пока. Я тоже не буду обманывать. Ни одной организации в стране, которая не на страхе, ее нет? Спасибо большое. Начнем. Да, итак. Отличный вопрос. Кто менеджер, который работает по найму? Поднимите руки, пожалуйста, на секунду. Страшно ли вам, что вас завтра могут уволить? Да. Это 100% ответ. Кто бы мне сказал нет, я в это не поверю, потому что я занимаюсь руководителями в индивидуальном коучинге каждый день. У меня 3-4 человека, с которыми я работаю. Первый страх, что мне сделать, чтобы остаться в этой должности. Второй страх. Я хочу работу больше, хочу денег больше, но работать хочу меньше. А теперь собственники, которые здесь поднимали руку, что вы хотите по отношению к тому человеку, который хочет больше зарабатывать, хочет работать меньше, что ваша первая цель? Уволить. Вот вам конфликт менеджмента. Итак, ребята, движемся дальше. Я верю, я абсолютно это верю, потому что я каждый день это делаю. Человек может меняться. И самое главное, самая большая возможность у человека – стать лучше. Но для этого нужно внутреннее усилие. Вот сейчас мы с вами происходит примерно следующее. Вы сидите и не хотите пить, а я вас пытаюсь насильно напоить. Первое, что сопротивление той информации, которую вы получаете, это обычное дело. Вообще есть 4 стадии получения информации человеком. Сопротивление. Второе – размышление. Третье – принятие. И четвертое – действие. Так вот мы сейчас с вами на самом первом уровне – сопротивление. У вас нет внутреннего запроса на то, чтобы узнать, а как мне изменить поведение моих сотрудников. Но вы сюда пришли, я вам об этом рассказал и пытаюсь об этом довести. Вот представьте свое состояние, когда вы пытаетесь поговорить о чем-то со своими сотрудниками.
ведь у них нет этого внутреннего запроса. Поэтому отвечаю вам на чудесном вашем имени. Первое. Интерес и запрос сотрудника, чтобы он захотел услышать то, что мы ему говорим. И мы переходим к самому главному, самому последнему важному частью моего выступления. Вы. Жизнь — это марафон, и вы прекрасно это знаете. Это не спринтерские забеги. И то же самое бизнес и карьера — это марафон. Если вы откроете Google и погуглите правила подготовки к марафону, будет очень много ценной информации. Они все приемлемы к нашей жизни, к нашей управленческой компании. В основе всего лежит развитие. И сотрудники на основании самых последних исследований уходят из компании не потому, что нет большой зарплаты, нет, не знаю, там какой-то им не сильно тяжелый труд. Нет. Они уходят потому, что нет развития. Потому что мы с вами, как собственники, как руководители, не сформировали структуру, в которой человеку хотелось бы работать. Первое – желание. Как часто мы даем себе обещание что-то сделать? Каждый день. Со временем эти обещания падают. По одной простой причине, потому что интенсивность снижается. Целеустремленность тает, изменения не происходят, цикл закрывается, я снова даю себе обещание, снова не делаю, снова разочаровываюсь, снова даю себе обещание, снова не делаю, снова разочаровываюсь. И так жизнь целиком. Буквально недавно я, кстати, вчера увидел Уральский банк реконструкции и развития, один из моих людей, с кем я работаю, один из топ-менеджеров этого банка, хотел сфотографировать, в этот момент у него упал телефон, разбился, ну не повезло тебе, не получишь фотографию своего уголовного офиса. Началось с тем, что человек пришел и сказал: у меня пропал интерес к моей работе, что мне делать? Это самый частый вопрос у любого топ-менеджера. У меня пропал интерес. То же самое у собственника часто бывает. У меня пропал интерес к своему бизнесу, но я не могу из него выйти, потому что у меня связаны теми, чем я буду кормить свою семью, что я буду делать, в конце концов, даже если я не буду работать, чем мне заниматься. Изменения любые требуют от нас усилий. Но все, что я буду вам сегодня говорить и говорил, все, что будут говорить наши другие спикеры, пожалуйста, не воспринимайте это как отторжение. Возьмите что-нибудь важное для вас. Создайте из многих выступлений какую-то свою собственную формулу успеха, которая поможет непосредственно вам. Нет универсальных решений. Но разные подходы позволяют вам видеть то, что происходит в менеджменте. Мы с вами уже проговорили про 4 способа, про 4 степени влияния. Давайте дальше. У нас совсем чуть-чуть времени осталось. Любая цель влияния – заменить старую реакцию по умолчанию на новую, для того, чтобы она ушла безвозвратно. Это очень большой путь. Давайте сейчас самое главное. Что же нам нужно сделать? Итак, мы с вами подходим к самому главному, самому ценному. Что вы конкретно можете сделать в своей компании, чтобы перестроить корпоративную культуру со страха на корпоративную культуру, в которой возникает интерес и возникает взаимное уважение между руководителем и подчиненным, даже если у нас с вами отношения, основанные на найме и увольнении. И здесь найм и увольнение становится как присоединение к команде на основе общих интересов. И уход от команды, потому что интересы разошлись. Но не принуждение, основанное на страхе. Базовые понятия. Основа любой компании – человек. Модель поведения, о чем мы с вами сегодня говорили, основывается на общих ценностях. Я не случайно 10 секунд своего сегодня выступления потратил на то, чтобы вы записали ваши собственные ценности. Когда я первый раз делал это 10 лет назад, я испытал некий глубокий шок. От того, что я не знаю, что мне написать. И мне было трудно, меня ломало. Я думаю, а что я буду писать? Там, семья, ну да, хорошо, а на самом деле что? Почему я себя так веду? Почему я об этом думаю? Так вот, наша с вами цель, в первую очередь, разобраться с самим собой. Второе, разобраться с теми людьми, которые присутствуют рядом с вами, как ваши руководители. А потом разобраться со всеми, для того, чтобы вы смогли сформировать ценностную платформу вашей новой корпоративной культуре, выстроенную на общих ценностях вас, как собственника, как руководителя, ваших руководителей и вашей команды. Это ключевая мысль, которую я хотел сегодня до вас донести. Для чего мы это сделаем? Если у нас с вами будут общие ценности, то мы сформируем модель убеждений и образ мышления, который в результате влияет на поведение. Что же такое ценности? Давайте это пропустим. Вот, на самом деле, самый главный слайд, который можно было показать один, и вокруг него все выступление построить, но я хотел сделать, чтобы было красивее, конечно. Итак, есть человек, любой сотрудник вашей компании, вот он, вы, будучи генеральный директор, вы, будучи собственник, и у вас есть
4, 5 – это вы, основные элементы коммуникации. Это ваши коллеги, это ваши клиенты, это собственник и любые другие заинтересованные лица. В этот момент, когда мы с вами говорим, что принуждение, основанное на страхе, я, кстати, веду программу на радио «Медиаметрикс» еженедельно, куда приглашаю самых известных HR-директоров в России. Если вам интересно, можете найти Роман Дусенко, «Бизнес-завтрак» на радио. Каждая тема, вот у нас сегодня где-то порядка 100 эфиров, это курс Executive MBA для вас. Каждая тема посвящена одной какой-то боли, которую компания решила в своем опыте. Они приходят и рассказывают, как это делать. Например, вчера у меня был HR-директор, позавчера, HR-директор компании Ticketland, крупнейшая российская компания по продаже билетов. Все было прекрасно, но люди не работают. Люди слушают, говорят, махают головой, выходят, встают и делают так, как им кажется. Самая большая боль нашего российского бизнеса, что наши сотрудники в любой момент принятия решений руководствуются только тем, что кажется им. Вот они подумали, что в этой ситуации нужно поступить так, и поступают так. Следующая ситуация уникальная, они снова поступают так, как им кажется лучше. Но это абсолютно не совпадает с тем, как вам кажется лучше. Это абсолютно не совпадает с тем, как на самом деле нужно вашим клиентам. Это, возможно, не совпадает с тем, как на самом деле хочется вашим коллективам. Но люди поступают именно так, потому что у них нет правил. Вернее, правила есть, скрипты есть, должностные инструкции есть. Но кто из вас последний раз видел, что один хотя бы сотрудник вчитывался внимательно в свою должностную инструкцию? Кто видел? Никто не? Но они же у вас есть. Ну, есть. И вы верите в то, что они работают по должностным инструкциям? Ну нет, вчитываются. А, вчитываются. Как часто? Ну, при поступлении на работу. Сколько средний срок работы ваших сотрудников? Уволили. Нет, сколько средний срок работы ваших сотрудников в компании? В вашей компании сколько в среднем работают люди по продолжительности? Нет, у нас год, два. Кто-то полгода, кто-то год работает. Есть люди, которые и по 12 лет работают. То есть 12 лет назад она прочитала основную инструкцию? Да и инструкции-то не было. Ну, в общем, смотрите дальше. Итак, мы подходим к самому главному – ценности. Что же такое общие корпоративные ценности? И как нам с вами создать такую корпоративную культуру, которая будет основана не на страхе, а на наших общих ценностях. Итак, ценности формируют в компании общую цель. Ваша главная задача как руководителя – доносить, транслировать стратегию, ваши цели, что вы конкретно хотите от бизнеса. Хотите интересный кейс? Сегодня приходите в компанию после обеда, мы где-то в 3 часа закончим, ловите любого сотрудника, который попадается вам навстречу, кладете руку ему на плечо, заглядываете в глаза и говорите: «Скажи мне, пожалуйста, а какая стратегия у нашей компании?» Совмешательство – это, наверное, нечто самое главное, что я могу вам сказать. Но это смешно, на самом деле, но это больно и грустно. Задайте второй вопрос, когда добить уже человека окончательно. А как результаты твоего труда влияют на достижение целей компании? Понимаете, в чем проблема? Ваша цель, как самого главного руководителя, доносить стратегию. Если вы сами с собой не разберетесь, если вы не знаете, что конкретно вы хотите, если вы не знаете, что конкретно вы хотите от своего бизнеса, как мы можем думать о том, что это знают наши сотрудники? Так вот, ценности решают эту задачу. Когда перед сотрудником встает выбор, как поступить, у него есть ценность. Мы проводили эксперимент. У нас сегодня примерно 4-5 проектов, которые заканчиваются, длятся где-то в среднем продолжительность проекта год. В одной компании мы выбрали 18 ценностей. Это было круто, мы все радовались. Но через 2 дня мы поняли, что это не работает. Почему 2 дня? Потому что они просто не могли их повторить. Мы снова собрались и говорим: давайте сделаем так. Давайте возьмем 3. А как? Мы проголосовали. Вся компания, 6 тысяч человек. Мы отправили электронное голосование, чтобы человек поставил задачу, какая ценность для него самая главная. Мы получили данные, рейтинг. Следующее. И это тоже не все. Даже сказать, что, например, семья – самая главная ценность. Вот мы говорим, что в нашей компании самая главная ценность – семья. Вы понимаете ее по-своему, вы по-своему, вы по-своему. Хотите, докажу, что это так? Подумайте о яблоке. Какое яблоко?
Пока мы не договоримся об общих понятиях, невозможно. Мы делали дальше. Мы отправили всем 6000 сотрудникам следующую задачу. Напишите, пожалуйста, 3-4 слова, с которыми у вас эта ценность ассоциируется. И мы получили облако слов. С помощью компьютерной обработки мы смогли создать описание. И тогда человек сказал, это мое описание, потому что там есть мое слово. И вот мы делаем следующее. Например, когда мы говорим, что теперь семья – это наша корпоративная ценность, помните слайд? Я, клиенты, коллеги, собственник и все другие относительные другие стороны. Что такое семья в отношениях? Вот с точки зрения, самая главная ценность семьи – это что? Забота. Ну, согласны или нет? Или только один я в семье? Ну, еще, что такое семейные ценности, самые главные? Вот, назовите. Доверие, сплоченность. Супер. Смотрите, провожу простой пример. Если в нашей компании мы считаем, что семья является нашей корпоративной ценностью, и мы все, вот представьте, это все наша компания, а вы наш генеральный директор. Вас как зовут? Иван, очень приятно. Вы говорите, у нас теперь наша ценность семья, и мы все говорим, да, наша ценность семья, супер. Возникает вопрос отношения к клиенту. Если я говорю, что моя ценность семья, возникает вопрос по отношению к клиенту. Я должен воспользоваться. То есть у меня в голове только есть три главных вещи. Забота, доверие и честность. Могу ли я как-то поступить по-другому, если я теперь говорю, что моя ценность, и вы говорите, что наша ценность в компании семья? Нет, не могу. Поэтому выбор, выбора нет. Я поступаю так, как существует моя ценность. Но такого чудесного превращения, спасибо вам, Иван. Но такого чудесного превращения за один день не происходит. Это единственный путь сегодня создания корпоративной культуры, в которой сотрудники задумываются и принимают то, что мы с вами делаем. Что же еще делают ценности? Они убирают сомнения. Люди точно знают, как себя поступать. Появляется вовлеченность. Так вот, самое главное, и все, по большому счету, все, что я вам говорил до этого, сводится к этому слайду. Я его сделал специально провокационным. Ценности. Общие ценности, если вам удастся в вашей компании сформировать ваши собственные ценности и ценности своего коллектива, это значит, что вы сможете управлять моделями поведения сотрудников. Вот, а можно вопрос? Да. Пометуя о том, что рыба гниет и здоровеет совсем с головы, вот, а в вашей практике какое количество руководителей высшего звена разобралось с собой и какое количество времени и денег на это надо? Спасибо большое. Я не зря сказал, что вы пить не хотите. Да. Это я пытаюсь вас напоить. Это через силу. Знаете, вот первый закон наставничества или коучинга. Человек, который хочет изменяться, должен иметь внутренний запрос к изменению. Такого нет. Все устраивают. Ситуация в России такова, что экономический кризис не просто не закончился, и мы видим какой-то выход. Ситуация такова, что все становится только хуже. Я вас не пугаю, вы прекрасно знаете. Это никого не напрягает, потому что я вам приведу пример. Я читаю студентам лекции о карьерной стратегии. Российская академия государственной службы при президенте Российской Федерации. Я, извините, зашел пописать в туалет. И там слоганный писсуар, который обтянут черной пленкой. И написано, писсуар не работает. Тут же ходит уборщица. Нет. Сейчас. Роман, у меня вопрос. Сейчас, одну секунду. Давай. Я спросил уборщицу, а что, писсуар давно не работает? Да конечно, может уже год-два. Как мы можем учить наших детей о чему-то новому, когда у нас не работают писсуары? Следующий пример. В Саратове. Вот сидели такие же, как вы, коллеги. Я говорю, слушай, у вас такие дороги плохие. Да, что мы можем сделать? Мы привыкли. Если мы привыкнем сами к этой ситуации, кто за нас может это сделать? Недавно были выборы, да? Все говорили, что ужасно, все плохо, некого было выбирать, но это же мы выбираем. Это не тот вопрос, который бы я хотел с вами обсуждать. Пожалуйста, ваш вопрос. Смотрите, у меня вопрос следующий. Мы в основном с вами сейчас выбираем, по большому счету, больше такие нравственные, да, ценности, какие-то духовные. Когда мы выстраиваем именно управление по системе ценностей, мы ведь можем прописывать не только нравственные какие-то ценности, но и социальные, психологические, материальные, психологические. Абсолютно верно, любые. Вопрос о том, что, смотрите, каждая ценность, о которой мы говорим, для того, чтобы получить нужные нам модели поведения,
должна быть принята сотрудником, он должен захотеть жить так, чтобы это было, как жить по ней, первое. Второе, она должна быть ему понятна, расшифрована, это делают сами сотрудники. Как я должен относиться, что такое семья по отношению к клиентам? И они отвечают на эти вопросы. Мы формируем описание, они его принимают. Что такое семья по отношению к коллегам? Они отвечают на эти вопросы, мы формируем, они принимают, и тогда они начинают работать и жить. На это время уходит примерно год, чтобы они начали работать. Все, что я с вами говорил, я банкир в прошлом, я понимаю и живу цифрами. Все, что я с вами говорил, имеет прямое отношение к финансовому результату вашей компании. Кстати, если вы собственник, еще один вам подарок. Ваш самый главный критерий успешности и оценки вашего бизнеса – это рентабельность вашего капитала. Посчитайте, сколько сегодня ваш капитал приносит. Стоит ли, ну вообще, есть ли смысл, есть ли альтернативные какие-то инвестиции, которые могли бы привести к получению того же самого дохода. Как сделать так, чтобы сотрудники поверили в те ценности, которые я хочу и выбрал? Я вам приготовил, кстати, отличная книга, если кто найдет, почитайте «Психология влияния» и огромное вообще количество. Чем больше я занимаюсь менеджментом, тем больше я ухожу в психологию. Социальная психология, которая описывает модели поведения людей, формирует и подсказывает нам, что на самом деле происходит с людьми. Итак, у нас с вами есть 4 инструмента влияния, которые самые простые, которые я вам рассказываю, с которыми вы могли бы пользоваться прямо с сегодняшнего дня. Итак, первое – сторителлинг. С чего я начал сегодняшнюю нашу лекцию? С маленькой истории о вашем городе. Казалось бы, где я, когда был маленький, где ваш город? Но я вам передал свое состояние. Сторителлинг – это история, который ключ ваших историй находится в ваш самих. Если вы хотите о чем-то рассказать своим сотрудникам, используйте истории. Лучший способ сообщить любую информацию – используйте истории. Итак, у нас с вами будет 4 элемента, как донести информацию до ваших сотрудников. Второе. История – это аргументы, факты и эмоции. Вот почему это важно? Вернемся немного к сути моего выступления. Первое – это образ мышления. Второе – это мышление самого сотрудника. Третье – это коллективное мышление людей, которые работают в вашей компании. И четвертое – это вы. Самый главный инструмент управления компанией. Я призываю вас задуматься о себе. Неважно, хотите вы сегодня это, не хотите, жизнь рано или поздно заставит. Когда вы разберетесь с самим собой, вам будет понятно, что вы хотите от своего бизнеса. Что вы хотите от своей компании, и тогда вы начнете транслировать свои желания, свои мысли всем. Вашим руководителям в ближайшем окружении, вашим сотрудникам, тем, с кем работают ваши руководители. И в этом случае появляется, что вы получите те самые эмоциональные посылы, которые вы хотите сделать так, чтобы они дошли до людей. Следующим важным моментом – материальная и нематериальная мотивация. Про материальное не будем говорить, потому что сейчас времени мало, но нематериальная мотивация – важнейший элемент поддержки. Как раз создание корпоративной культуры, основанной не на страхе, а основанной на интересе, является созданием уникальной системы нематериальной мотивации или отношений внутри компании. Вы не спрашивали, какие компании российские могут похвастаться хорошей корпоративной культурой? Я затрудняюсь сказать, но в большинстве случаев… Я вот вспоминаю свое обучение на экзекутиве Ивлеевском школе. Я слушаю людей, которые приходят ко мне на радио. Я общаюсь с бизнесменами. Мы, к сожалению, воспитаны с вами на западных книжках. Мне бы очень хотелось, чтобы мы рассказывали об историях успеха российских компаний. Но в большинстве случаев российские компании закрыты, это первое. Второе, у нас не принято делиться успехами. И третье, мы не умеем это делать. Но я уверен, что есть российские компании, я вам назову. Например, как ни странно, российская, но иностранная компания Burger King. Это на самом деле российская компания на 100%. Они купили франшизу. Директор по персоналу была у меня 2 месяца назад в программе. Я приезжал к ним. Мы сейчас будем снимать фильм о их корпоративной культуре. Так, как сделано у них. Следующее. Российская компания Ticketland, о которой я уже вам упоминал. И, ну, в принципе, если вы зайдете на сайт моего радио, вы посмотрите, я вам, в принципе, могу назвать из 100 компаний, где-то примерно, наверное, человек компаний 50, в которых создаются попытки сделать корпоративную культуру, основанную на интересе. Итак, нематериальная мотивация. Опять же, это самый главный инструмент, который может вам помочь в формировании ваших ценностей.
Это базовые фундаментальные понятия, не будем об этом останавливаться, самое главное. Но я бы хотел вам рассказать одну простую вещь. А будучи, в кавычках, отцом понятия «бизнес-завтрак» с 2012 года по 2014, я провел там огромное количество с различными российскими самыми успешными людьми, с международными. Есть такой интересный инструмент. Попробуйте пригласить ваших сотрудников лучших. Попробуйте поговорить с вашими топами. Как-нибудь вместо того, чтобы проводить совещание на работе, просто вывести их и пригласить на завтрак. Как элемент мотивации лучшего сотрудника, лучшего менеджера, не знаю, самого человека передового вашей компании. Делая простую, такие простые вещи, я уверен, что у каждого из вас есть свои инструменты, если бы мы сейчас всех вас спросили, вы бы могли с нами поделиться. Это может как раз стать основой формирования корпоративной культуры непосредственно в вашей компании, уникальной. Давайте завершим с этой темой. Третий инструмент влияния – это обучение и развитие способностей. Как я уже сказал, основой увольнения людей из компании является отсутствие развития. На самом деле, для того, чтобы организовать процесс обучения, вообще никаких денег не нужно. Сегодня огромное количество бесплатного контента. Но в первую очередь, еще раз возвращаясь, помните, мышление сотрудников, корпоративное мышление, ваше мышление. Что вы хотите от компании? Управление начинается с самого себя, с определения своих собственных целей, с определения своих собственных желаний, с определения своих собственных ценностей. Вот как только вы этот шаг пройдете, все остальное станет гораздо легче, потому что последний, самый главный инструмент влияния на ваших сотрудников – ваш пример для подражания. Потому что именно пример может помочь вам влиять на ваших сотрудников. Завершить мне хотелось бы словами Махатмы Ганди. Хочется изменить мир, начните изменять самого себя. Трудно ли это? Безусловно. Это работа над собой, наверное, это самое трудное, что можно вообще сделать с точки зрения всего личностного развития. Но это того стоит. Потому что вы сможете тогда создать впервые в истории своей собственной компании компанию, основанную не на страхе, а компанию, основанную на интересе. Спасибо вам огромное, что эти полтора часа вы с огромным интересом слушали. Я готов ответить на пару-тройку вопросов. Это же любимая и смарт-анализ. То есть, как я пойму, что я наконец достиг необходимо сделать личности, я разобрался с собой. Потому что я так понимаю, что вот с этого начинается мини-компания. Сколько мне лет ждать? Как я увижу, что разобрался? Ну, первое, вы перестанете задавать этот вопрос. Второе, вы назвали несколько инструментов SWOT и SMART. А это немножко разные вещи, но действительно, если вы начнете со SWOT-анализа, кто-то знает, что такое SWOT-анализ? Да. Ну, это матрица, которая описывает сильные, слабые стороны, возможности, угрозы. Студентам, мы начинаем студентам первую лекцию с того, что мы делаем персональный SWOT-анализ. Мы садимся и разбираем лично меня, мои сильные стороны, мои зоны развития, мои возможности и угрозы. На пересечении возможностей и сильных сторон появляется окно возможностей. Именно там заложен весь ваш потенциал с точки зрения вашей личности, вашего бизнеса. Вот оттуда нужно черпать силы для развития своей компании и себя. Как только вы это сделаете, это первый шаг. Но это не дешевого стоит, это очень серьезно. Вот тогда вы понимаете, что я сделал самый первый шаг для того, чтобы чуть-чуть узнать самого себя. Большое вам спасибо. Я передаю слово.